В Общественной палате Ульяновской области обсудили вопросы экологии и охраны окружающей среды. На заседании подписали дорожную карту по экологической реабилитации поселка Муловка. Несколько лет назад в пруд «Красотка» на территории поселка попали отходы производства завода «Гиппократ». Жители обеспокоены сложившейся ситуацией и требуют навести порядок в населенном пункте. И Общественная палата в рамках общественного экологического контроля взяла на себя функцию разобраться в этой ситуации, посмотреть все-таки, где реалии, в чем реалии, в том, что говорит инициативная группа, или в обстановке, которая на заводе сейчас происходит. Подписанная дорожная карта включает в себя ряд мероприятий по оздоровлению экологии Муловки, в том числе и ее водных объектов. Документ охватывает проведение аудита производства и промышленных стоков, анализ почвы, воды и воздуха на вредные вещества, участие в расчистке пруда «Красотка», а также и ликвидация бардохранилищ, которые уже, в принципе, заводу не нужны, так как завод барду высушивает и использует на корм скоту, продает. Вот. Это и сброс сточных вод, это и очистные сооружения. В заседании Общественной палаты приняли участие представители управления Росприроднадзора, регионального министерства, генеральный директор завода «Гиппократ». Жители Муловки на заседание решили не приезжать. Планировалось, что активисты инициативной группы также подпишут соглашение и будут контролировать исполнение дорожной карты непосредственно на месте, в поселке. Однако по инициативе жителей полный контроль над ситуацией возьмет на себя региональная общественная палата. Инициативная группа отказалась подписывать эту дорожную карту, хотя она сделана исключительно для того, чтобы им обеспечить комфортное проживание. Ну, возникает вопрос, почему? Ну, я думаю, пусть это будет на их совести. Как отметило руководство завода, им скрывать нечего. Прибывший на заседание руководитель предприятия открыто сообщил, что сегодня площадка работает без нарушений, согласно принципам социальной ответственности. Забор воды, который осуществляется на абсолютно законных основаниях, есть разрешение на забор воды. Руководство завода «Гиппократ» уверило, что заинтересовано в скорейшем восстановлении экологической обстановки в поселке Муловка. Подтверждением стало подписание дорожной карты генеральным директором предприятия. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.